Одно ничтожнейшее обстоятельство поставило его в тупик, еще прежде, чем он сошел с лестницы. Поравнявшись с хозяйкиной кухней, как всегда отворенной настежь, он осторожно покосился в нее глазами, чтобы поглядеть предварительно, нет ли там в отсутствии Настасии самой хозяйки, а если нет, то хорошо ли заперты двери в ее комнате, чтоб она тоже оттуда не выглянула, когда он за топором войдет. Но каково же было его изумление, когда он вдруг увидел, что Настасья не только на этот раз дома, у себя на кухне, но еще занимается делом, вынимает из корзины белье и развешивает на веревках. Увидев его, она перестала развешивать, обернулась к нему и все время смотрела на него, пока он проходил. Он отвел глаза и прошел, как будто ничего не замечая. Но дело было кончено. Нет топора. Он был поражен ужасно.